в изумрудной роще. Шлет привет красавцу журавлю. С каждым годом все нежней и проще. Рифмы к бесконечному люблю. И уже не споришь сам с собою, и слова роняешь невзначай, и любовь рифмуется не с болью, а с каким-то странным вкусный чай. А искатель спрятанного рифа, строгий критик, признанный педант, спросит: ну, простите, где же рифма? Это же какой-то авангард. Рифма там. И ткните пальцем в небо, пусть поищет в отблесках зари. Ничего от критика не требуй, ничего ему не говори. Не ищи ответа в книжной толще, и слова не связывай в петлю. С каждым годом все острей и тоньше. Рифмы к бесконечному люблю. Спасибо. После искры остается искрица. Как такое называют? Лузер? Мне сегодня захотелось выспаться от стихов, от сайтов, от иллюзий. Спрятаться под камень тенью Горлума, раствориться в океане Лэма. Мне приходят сообщения с форума. Я давно забыл, о чем там тема. Хочется услышать скрип уключены в лодке, что везет тебя к удаче. Черта с два, мы все к сети подключены. Сзади, сбоку, так или иначе. Выспаться. Глубокими арыками течь к мечте, как в детстве, как когда-то. Сны приходят грубыми урывками, словно сообщение из чата. Вот когда я однажды поймал себя на этой мысли, что мы куда-то бежим, что-то там происходит вокруг нас, а вот остановиться, подумать нет времени, я вот так вот сказал себе: наверное, мы сделаем так. Я в основном буду стоять. То есть не так, что вот куда-то бежишь, а иногда останавливаешься, а наоборот, в основном стою, а иногда куда-то буду ходить. Верите, жизнь изменилась кардинально, все стало сразу на свои места, все стало намного проще и намного понятнее. Вот, зато, конечно, и стихи стали совсем другие. Вот здесь присутствует один человек, который помнит творческое мнение «Русский дзен», 2002 год. Наверное, из всех здесь присутствующих больше всех меня знают. А, Коля Вагон, ох ты, господи, Коля Вагон, да. Так вот. Просто для сравнения, как это все было 10 лет назад, как возникало творческое мнение и какие были тогда стихи в то... О, вижу, Коля. В то время. Кстати, у меня старые сборники тоже остались, они вообще там по 20 гривен могу продать. Да. Ну и, кстати, аудиодиски, о которых тоже говорил, мои стихи в моем исполнении, в студийной записи. Это своего рода мастер-классы по практической риторике. Да, из старого. Поэты пьют. В четвертой сотке, читая книгу перемен, в кристалл бутылки из-под водки просвечивает русский дзен. Нирвана — чушь. Чужой народ чужую мысль дугою выгнет. Кто к нам с нирваною придет, тот от нирваны и погибнет. Другое дело — во хмелю, на выворот душа и память, и в стоне «я тебя люблю» такая жажда побуянить. И уходя за грань иного, молчанием стоны перекрыв, ты ждешь уже не то что слово, хоть звук, хоть возглас, хоть мотив, и осознав, что жизнь бессмертна, ты упираешься в века. Как обалденны у поэта стихи за сутки до курка, и в час предсмертного разгула ты шепчешь, ну хоть полстроки, какие искренние дула легли поэтам на виски. Стихи вовек благословенны, им ни границ не знать, ни стен, и сквозь порезанные вены просвечивает русский дзен. Спасибо. Ну, это вот, собственно, из старого. И сейчас микрофон. И потом еще выходите.